Вы смотрите новости на Солнце ТВ, и мы продолжаем. Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска отметил десятилетие. ЦМИ – муниципальная структура, работающая с подростками и молодежью. Юбиляров поздравили представители власти, общественники и юные подопечные. Центр был создан для организации досуга молодежи, развития ее творческих способностей, а также приобретения профессиональных навыков. С 2013 года его специалисты организовали более 2000 мероприятий. Их участниками стали 200 тысяч южно-сахалинцев и гостей города. Родилось достаточно много не просто такой текущей деятельности, которая привычна, но и каких-то флагманских проектов, которыми гордится не только Центр молодежных инициатив, но и которые стали визитной карточкой и города, и области. Это и арт-фестиваль «Заяви о себе» по всем его направлениям, это и фотокроссы, это и развитие молодежных пространств на территории городского округа. В ближайших планах ЦМИ расширение формата фестиваля «Заяви о себе». Туда уже добавлено новое направление – театр малых форм. А в сентябре организаторы планируют провести масштабное выступление музыкальных групп на открытом воздухе.